Положи стул. Отлично. Подбегай с микрофоном. Подожди, подожди. Говорите в микрофон, я не слышу. Когда мы отсюда уедем? Когда мы отсюда уедем? Хороший вопрос. Кому ты задаешь его? Мне. Микрофон. Мы не в гостях у микрофона, мы в гостях у тренера. Микрофон отключаю. Строй тренеров. Если тренер Игорь, тренер Николай, Игорь Дмитриевич, Николай Владимирович, Игорь Андреевич. Это за него. Другому. Другому. Итак, кто же у нас будет отвечать? Давайте Игорь Дмитриевич ответит на вопрос, когда мы отсюда уедем. А я 100 раз присел, кстати говоря. Так, сегодня у нас что? Среда, да? Среда. Вторник. Вторник. Да. Среда. Вторник. Ну, практически среда уже, поэтому осталось несколько дней, Савелий, да? Да, да. Осталось дня. Поэтому как бы пару дней и домой. Все. А я, конечно, еще подпишу. А у меня встречные вопросы, ребятам. Ребята, нужен микрофон. Почему я должен кричать на весь зал? Ребята, да, почему я должен на весь зал кричать вообще? Здесь у нас есть техника, ну в каком веке живем, в конце концов? А, включить забыл. Ребят, а почему такие вопросы, когда мы отсюда уедем? Я вот не понимаю. Меня хорошо слышно, да? Я не понимаю, а вам здесь скучно? Нет, круто! Вы чувствуете, что тренировки делают вас слабее? Да. Что тренировки ничему вас не учат? Нет. Учат, да? Вот. Это тренировки делают вас слабее или они делают вас усталыми? Усталыми. Да. Вот это большая разница, ребята. Так вот, я не понял, почему так рвемся отсюда уехать? Мы сейчас с вами разбежимся и все. И когда мы так еще встретимся и повеселимся, кто знает? Сегодня. Понимаете? Цените каждый день, я не понимаю, вы так хотите отсюда уехать, вам здесь скучно? Да. Нет. Кому скучно? Да, да. Кирилл, да, вот уходи. Да, да. Кирилл у нас отдельный кадр. Да. Да. С ним отдельный разговор. Да. Просим, кого есть еще вопросы? Кишми Шатонова. Да представься, как тебя зовут? Иван. Волк. Вот кому, может, и кому-то конкретно попадать. Может, наболело что-то. Что у тебя заболело-то? Сколько вы ходите на тэквондо и со скольки лет? Ведущая Ксения. Одобрила. Дальше микрофона. Можно, да? Благодарю. Почти 3 года я занимаюсь тэквондо. И я начал ходить на тэквондо, заниматься тэквондо с 18 лет. Это фанаты. Оп, смотрите, но еще один вопрос есть. Скажите, пожалуйста, как бороться с мухами? Ну, уже напекло. Мы такие связки не изучали, да, еще? Нет сил. Кидай с ними палочки. А вот тренер. Это вопрос тренера. Универсальный микрофон. Да. Мы передадим. Кому ты задаешь вопрос? Вопрос тренеру. Не-не-не. Какому? Николаю Владимировичу. Николай, давайте вас. Николаю Владимировичу вопрос. Я подержу микрофон. А? Могу подержать микрофон. Ты сказал, пожалуйста, сказать? Пожалуйста. Я вас спросил, как бороться с мухами? С мухами надо дружить, а не бороться. Какой ответ! Краска, только и я. Так, у кого еще есть вопросы? У Димы есть вопрос, или ты чесал стену? Или руку? Стену. Стену почесал. Я что? Подожди. Я руку. Игорь Дмитриевич, как вы так быстро сдали экзамены на красный пояс? С белого на красный? Сдавал. Я просто очень много занимался. По утрам, по вечерам.
Даже ночью. Утром вставал, когда вы еще спали. Вечером занимался, когда вы уже тоже ложились спать. Поэтому... Я ложусь спать. Очень быстро. И во сне занимался. И во сне занимался, и днем занимался, и вечером, и утром. Его, в общем, очень много. Секрет успеха просто. Тренируйтесь. Секрет успеха просто. Спите и тренируйтесь. Здравствуйте, меня зовут бабушка. Ее сама бабушка. Здравствуйте, бабушка. Кто притащил круг бабушки? Это лучше за запах у нас в студии. Вызываю ФБА. ФБА? Давайте скоро приедем. У меня вопрос. Почему вы все так тихо говорите? Я ничего не слышу. А почему так глядо говорите? Бабушка, ты забыла слуховой аппарат. У кого? О, вы как тебя зовут? Здравствуйте, я зайчик. Ты сломал систему. Где твой пистолет? Где твой пистолет и ножик? Потерял? Я против всех. Говори уже. Ну, почему мы так поздно ложимся? Вопрос кому? Поздно? Наоборот, Игорь. Ну, во-первых, это залет, да? Плюс один круг. Почему мы поздно ложимся спать? Мы хорошо ложимся. Кому поздно спать? Я как раз таки так засыпаюсь. Нет, ну подождите, вот для Никиты это поздно. Почему вот для Никиты мы так поздно ложимся? Ты Никита дома раньше ложишься? Никита за то, чтобы в 9 ложиться. Зайчик, оружие на стол. А потом вопросы о том, во сколько мы ложимся спать. Два пистолета. Спать 9 и просыпаться в 6. Здравствуйте, меня зовут Колобок. Да мы видели, тут катался, весь пол подмел. Почему у нас 3 тренировки в день? Вопрос к Николаю... Владимир еще. Почему 3, а не 4 он имел? Да. Не 3. Хочу больше. Не 2, а 3. А где ты 3 их нашел? Их 4. 5. Утром увлекательная прогулка по красотам нашей страны. Ребята, можно микрофон? Вы читали план наш? Да. Там написано тренировка. Там написано что? Йога. Любимый бег. Любимый бег написано. Кто не читал, почитайте распорядок дня у нас на стене. Да уже давно. Я обрати внимание. Илья. Там внесли поправку. Внесли поправку, да? Да. Почему без разрешения внесли поправку? Залет. Вы просто писали на залет. О, у Руслана созрел вопрос. Подожди. Пускай тишина будет сначала. Здравствуйте, я держит. Откуда берется вода? Под земли. Кому вопрос? Николай Владимирович. Очень радостно, что ты начал выговаривать мое отчество. Очень весело. Вода берется... Думает, что тренер должен знать все. Даже откуда берется вода. Правильно. Источник на блин покупается в магазине. Все правда. А где магазин? Без вопросов. Понял? Где магазин? Все в магазине. Блин, мой вопрос. Дайте вот Кириллу по-любому есть что сказать. Здравствуйте, меня зовут Алхатбар. Алхатбаром нельзя. Можно Алхатбар. Меня зовут Алхатбар. Это приветствие. Почему тут всегда так мало бывает тренировок? Надо больше. 15 тренировок в день. Все, да. Потому что, знаете, подождите. Дайте микрофон. Алхатбар дает. Знаете, вот... У Кирилла, а на самом деле для него это нормальный вопрос. Каждую тренировку Кириллу становится плохо, он ложится спать. Почему бы не сделать тренировку весь день, чтобы Кирилл не спал, чтобы Кирилл весь день спал. Вот. Он не спал. 15 тренировок,
15 тренировок Кирилл спит. А вот поэтому Кирилл и задаю такой вопрос. Кирилл, кому ты задаешь этот вопрос? Николай Владимирович. Николай Владимирович очень популярен. Скандал, скандальное шоу. Набиваем рейтинг. Ставки крутого. Кирилл, как вас по батюшке? Кирилл Александрович, у вас сегодня будет дополнительная тренировка во время йоги. Я вас поздравляю. Аллах Акбар, Кирилл. Аллах велит, да? Где магазин, там, где берется вода? Кому? Нашел. Николаю. Дмитрий, Владимировичу, да? Да, да. Он это хотел сказать, потому что воды мало. Вот, нарва. Так, показываем крупным планом. Так это же реклама. Это реклама, да. Реклама на первом ТВ. Прошу, поднесите человека. Конечно, знаете, сколько денег нам за это дали? Видишь, нарва Ису. Да, есть, да. Я ловлю. Итак, у кого еще есть? Вот у мальчика в красном есть вопрос. Мальчик в красном, представьте. Я лиса и медведь. Да, мы знаем, что ты не лиса, а медведь. Мы знаем, мы тебя раскусили. Я только колобок до сих пор думаю, что ты лиса. Я уже знаю, что он медведь. Я такой... Аллах Акбар, не подняться. Итак, твой вопрос. Почему нельзя делать наказание Кириллу за то, что он ругается матом каждый его мат? Потому что это надоело. А вопрос кому? Так накипело у тебя сегодня такое слово? Николай Владимирович. Так, ребята, стоп. Можно тишину, пожалуйста, в студию? У нас серьезное шоу. Повторите еще раз. За вас мы тратим наше время. Вы знаете, что расписано все по минутам. Алло. Эфир тратим. Давай еще раз. Почему не может быть наказание? Почему не может быть наказание для Кирилла, если он постоянно ругается матом? Смысл наказывать человека, который тебя учит не реагировать на его мат? Вопрос. Я один хлопаю. Ты зачем выключил микрофон? Я включу, наоборот. Погромче где? Так как тэквондо мне объяснили севернокорейское искусство, и мы считаем по-корейски, название приемов по-корейски. А вот на штанах написано, ну точно не корейскими иероглифами, или китайскими, или японскими, я не разбираюсь точно. Почему написано не... По-корейски? Не корейскими. И как они правильно читаются? Вопрос тэквондо. Николая Владимировича. Ведущий, у нас есть ведущий. Убери микрофон. Спрячь его куда-нибудь. А почему ты решил, что это иероглифы не корейские? Уверен. Ты у нас знаешь всю иероглифов мастер. Я видел корейские иероглифы, как они выглядят. Там всякие черточки, палочки, кружочки. А тут нет! Ну-ка, снимите иероглифы, пожалуйста. Там не черточки и палочки. Северная Корея и Южная Корея одинаково говорят по-корейски. У них нет различий. А развлечений у них нет, только тэквондо, да? Единственное развлечение, бить можно. Они точно не корейские. Нет, это корейские иероглифы. А Северная Корея и Южная Корея — это один народ. Традиционные, а не современные? Нет, они немножечко, как сказать, немножечко мы их сгладили чуть-чуть. Вот. Но это корейские иероглифы. А, что да, понятно. Вопрос. О, вопрос у бабушки. Опять. Мальчик. Я волнуюсь, и по совместительству бабушка. У меня такой вопрос. А что вообще делает Робин? А вопрос кому? Николай Владимирович, ответьте, что вообще делает Роберт? Он, похоже, у Николая Владимировича единственного контакта с Робертом. Он просто Роберт. Да, я...
Роберт. Нет, не видит. Там нет. Синон кюсимус. Мистер Тед. Мистер. Мистер Тед. 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 А? Сидит. А Роберт сидит. Понял? Роберт сидит. Я хочу добавить его ответ. Вот мне еще резинка им пуляется. Это не вопрос, это просто жалоба. Жалоба в эфире. А также передаю привет моей маме. Он защищал. Привет. Привет, мама. Илья Андреевич, хотите воровать? Я хочу поздравить. Это все видео плохо. В эфире так много рекламы. Тише. Тихо. Почему в эфире так много рекламы? Я щелкать по каналам, искать, где нет рекламы. Да, вопрос кому? Илье Андреевич. Илье Андреевич, вопрос. Почему в эфире так много рекламы? Я не знаю, почему в эфире так много рекламы. Я могу ответить. Это больной, больной вопрос. Мои тапочки фирмы. Странные фирмы. Немножко уже исходили. Я могу сказать. И штаны от Nike тоже. Я платил. Знаете, меня тоже достала реклама. У меня шорты от Nike, ничего. Да. Меня тоже очень достала реклама. Поэтому мы стараемся по минимуму ее срезать. Но как вы думаете, кто наш спонсор? Николай Владимирович. Николай Владимирович. Вы думаете, почему так часто в нашем шоу звучит Николай Владимирович? Потому что главный спонсор у нас Николай Владимирович. Николай Владимирович. Главный спонсор шоу «Вечер с тренером». Похлопаем. Николай Владимирович. Почему так много рекламы? Я же сказал, потому что спонсоры. Ну, я просто... Подождите, бабушка, вам надоела реклама Николая Владимировича? Я не понял. Вы знаете? Я не бабушка, я дедушка. Не бабушка, я дедушка. Я дедушка, а не бабушка. Микрофон говорит дедушка. Никакой не дедушка. Дедушка говорит. Микрофон, пожалуйста. Микрофон. Почему вы у себя... Почему мы всегда утром, почему мы только утром водой обливаемся с холодной? Чтобы сболеть. Чтобы сболеть с водой. Чтобы вы обкололи. Николай, сплати. Молодец, знает. Он просто знал, что сейчас нужно сказать, сейчас по времени реклама Николая Владимировича. Приходи ко мне, деточка, я тебя болью 5 раз. Ой-ё. Обливание дополнительное, это уже за дополнительную плату. Ты платил. А у него расчетный счет. А я договорюсь. А у него расчетного счета нет. Так что придется мне. Через расчетный счет на моей девушке. Давай, говори, Малахе! Давай, говори, убийца волков. Что? Почему мы не ходим в баню? Кому вопрос? Я могу ответить. Атанан. Красавчик. Потому что баня будет вас слишком сильно расслаблять. А мы здесь приехали не расслабляться. Ясно? Да. Угадал ты по адресу с вопросом. А почему столько вопросов только к Николаю Владимировичу? Почему не спрашивают у других людей? Вопрос Николая Владимировича. Это вопрос кому? Это вопрос Илье. Николай Владимирович. Это вопрос Илье Андреевичу. Илье Андреевичу, ну дайте микрофон. А что он засиделся, не три вопроса. На самом деле... Когда мы задаем вопрос, да, и думаем, кому его задать, мы обычно ищем того, кто в наших глазах больше авторитет. Кто может, по нашему мнению, больше всех знать ответы на вопросы. А ответы на вопросы больше всех может, естественно, знать кто? Главный тренер Николай Владимирович. Если у меня возникают вопросы, я обычно тоже иду к Николаю Владимировичу. Даже если это вопрос, откуда берется вода? Николай Владимирович, откуда берется вода? Я тоже подхожу Николаю Владимировичу. А теперь 5-минутка рекламы. Николай Владимирович знает все. Итак, друзья, у нас у всех еще куча вопросов. Но, к сожалению, мы с Ксенией, ведущей Ксенией, должны вам объявить, что на этом
Видите, как мы в команде работаем хорошо. Итак, наше ток-шоу подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Давай. А куда нам идти? Рекламный ролик. Николай Владимирович.